Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Не успел рынок оправиться от FTX и прочей шляпы. Как все новые новости подвозят, ребята, и древнейший криптофонд Grayscale Investment на грани банкротства. Друзья, а GBTC Premium торгуется с 47% скидкой. Что это такое? Легкие 2X, которые валяются на дороге, если, конечно, он отскочит обратно, или скам очередного крупнейшего биткоин-траста? Давайте обсудим это в сегодняшнем видео, посмотрим, что говорит их CEO в своем последнем интервью по этому поводу, и разберемся в вопросе, что происходит с GBTC Premium. Сейчас мы видим эту невероятную скидку, и об этом тоже выскажется в конце видео наш друг и эксперт по этому вопросу Тон Вейс, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, ставьте лайк, чтобы продвинуть его в алгоритмы YouTube, и подписывайтесь к нам на канал, если вы до сих пор не подписаны. И мы начинаем, поехали. Grayscale Investments попала в заголовки сегодня утром после того, как пообещала изучить тендерное предложение на часть акций своего биткоин-фонда, если преобразование в ETF не состоится. Сейчас ко мне присоединяется генеральный директор Grayscale Investments Майкл Зоненшайн, чтобы это обсудить. Итак, это довольно серьезное дело, что вы, ребята, затеяли. Вы обратились в комиссию по ценным бумагам и биржам с просьбой преобразовать ваш траст в ETF. Эта просьба была отклонена в начале этого года. Вы подали иск, продолжая настаивать на том, чтобы это все-таки было сделано. Но расскажите мне, что стоит за этим решением и как вы планируете его реализовать? Мы собирались открыть биткоин ETF с самого начала 2013 года. Это изначальная структура траста биткоин Grayscale. Это всегда было нашей миссией, и все ресурсы фирмы по-прежнему стоят за этой инициативой. Мы подали заявку на биткоин ETF в 2017, но SEC тогда была не готова. GBTC продолжает расти и расширять свой рынок, и теперь это крупнейшая биткоин-инвест-платформа. Этим летом SEC снова отклонила нашу заявку на ETF, и к твоему вопросу мы сразу подали судебный иск. Это показывает наш подход к бизнесу. Мы готовы к любым исходам, таким образом. И двигаясь дальше, да, мы находимся в середине судебного разбирательства. И мы уверены в наших аргументах, в сильных юридических и здравомыслящих, которыми мы будем апеллировать в суде. В конечном итоге, если у нас закончатся все возможные инструменты, хотим заверить наших инвесторов, что к этому сценарию мы также готовы, и к этому времени мы будем готовы к тендеру. Это значит, что фактически тендерное предложение заключается в выставлении 20% акций на продажу. Детали тендерного предложения требуют согласования SEC и акционеров. Сейчас сложно спекулировать на конкретных механизмах и конкретных ценах. Но в данный момент мы предполагаем до 20% имеющихся акций. А еще есть беспокойство из-за проблем с FTX, которые затем распространились и на организацию, тоже принадлежащей вашей материнской компании DCG, у которой образовалась финансовая дыра, которую она сейчас пытается закрыть. Также есть опасения по поводу потенциального вовлечения в эти проблемы Grayscale, которая опять же находится под одной крышей материнской компании, хотя и является отдельным юрлицом. Что вы скажете своим возможно обеспокоенным инвесторам? Это очень хороший вопрос, Юлия. Я рад, что ты его подняла, потому что буквально сегодня я поднимал этот вопрос с акционерами. Все активы, лежащие в основе наших продуктов, в безопасности защищены, учтены и не обременены. И это важно знать нашим инвесторам. И если ты акционер одного из наших продуктов, эти активы принадлежат данным продуктам. И ты, как акционер, владеешь активами этого продукта. Так что это разные и отдельные объекты, которые не имеют прямой связи и не подвержены влиянию других объектов, аффилированных с Grayscale или как-либо еще под крышей DCG. А что, если биткоин никогда не восстановится? Юлия, я в крипто уже больше 9 лет. И несмотря на то, что сейчас присутствует много недоверия и сомнений, я никогда не был более уверен, чем сейчас в системе. Правда? 100%. Поскольку стоимость актива основана на восприятии его ценности, восприятие сейчас довольно плохое. Скажи это тех компаниям, акции которых падали на 90% от их исторического максимума. Это те самые компании, в которых происходят увольнения, они теряют бизнес-направление, и в них также нет чрезмерной уверенности. Нет, но у них есть варианты использования. На самом деле они производят, они что-то делают в то время, как применение биткоина на данный момент все еще остается сомнительным. Биткоин укрепил по крайней мере один вариант использования, и это цифровое золото. Эта история вокруг биткоина, она была и она будет. В конечном итоге сможет
может ли биткоин найти еще какие-то варианты применения, такие как хорошо распространенные и известные варианты, как платежная система или другие, еще предстоит определить. Время покажет, но точно история вокруг цифрового золота, несуверенного актива, в среде, когда многие люди по всему миру непосредственно страдают от действий своих правительств в результате методов контроля валют. Биткоин — это сохранение ценности, это цифровое золото цифровой эры. И эта история здесь надолго. Как ты сказал, время покажет. Вот такая вот история, ребята. И как мы можем видеть, что сейчас большинство активов компании торгуются с 50% и даже практически 60% скидкой. Но вот за редким исключением, типа Money, Link, Filecoin, кстати, который на 132% дороже. В общем, непонятная совершенно ситуация. Как это вообще повлияет на крипторынок? Будет ли очередной дамп, или они все-таки выживут и помогут биткоину удержать это дно? Напишите в комментариях свое мнение на этот счет. И проверьте обязательно подписку к нам в телеграм-канал, чтобы быть на связи, и в телеграм-чат также, ребята, чтобы обсудить этот вопрос там. Ну и не только этот, а вообще все самые актуальные вопросы. Вот, лично мое мнение какое, что ну все, уже пора биткоину хорошенечко отскакивать куда-нибудь к сетке EMA Ribbon, вы это знаете. И я думаю, что, ну блин, Grayscale, ну может, конечно, в теории потянуть за собой еще один дамп, но настолько много сейчас людей этого ждут, что я думаю, что этого не будет, поэтому я-то это все подкрепляю своими лонгами на Байбите, потихонечку вот их держу, разгружаю, заново захожу, но тем не менее приоритет у меня все-таки лонговый. Соответственно, я жду того, что мы сильно отскочим. Это у меня BitDAO по биткоину. Тоже обратите внимание, что мы пока все еще, да, мы вернулись на вот этот уровень сопротивления, сидим на нем, 17 тысяч никак не можем пробить, как вы видели из начала ролика. Еле-еле туда запрыгнули и обратно вот свалились. Не знаю, сколько мы будем еще тут топтаться. В целом, короче, я жду, что мы пойдем наверх, причем сильно, то есть там 20 тысяч перепишем и пойдем куда-то к 30 тысячам. Напишите опять же, чего ждете вы. И в связи с этим я также еще диверсифицировался и на Bitgate начал набирать позиции по инверсным контрактам Litecoin, Bitcoin Cash. Но фишка главная в том, что я только что узнал, что у них тут кросс-обеспечение вообще доступно во всех видах. Вот, обратите внимание, у меня две позиции: Bitcoin Cash, Litecoin. Litecoin Cash, хотел сказать. Litecoin в инверсе, в классическом, то есть маржа идет именно в этих же монетах, да, в BC и в LTC. А вот также такие же две позы, только маржа уже идет в BTC, то есть как было на BitMEX, кто помнит. Кросс-обеспечение, но при этом маржа и PNL идет в BTC. Это очень удобная, уникальная фишка, я вообще только что об этом узнал и был приятно удивлен. Так что, ребята, ссылка на биржу BitGet тоже в описании. Если вы там еще не зарегистрированы, обязательно сделайте это, потому что у них, кроме всего прочего, no KYC. То есть не надо проходить верификацию. И также полное отсутствие ограниченных территорий, то есть включая Крым, я не знаю, Иран или что там, Штаты. Но Крым точно, насколько я понял, туда не входит, так что можно спокойно торговать на BitGet. Вот, ну что же все-таки с GBTC Premium? Реально легкие ли это 2x? Или нет? Давайте узнаем от нашего друга, коллеги Тона Вейса, что он думает по этому поводу. Ну, что тут думать? Просто очень много шеров GBTC, и очень крупные компании их продавали. Понимаешь, это занимает минут 10-15 объяснить. Это невозможно просто объяснить за минуту, как это все получилось. Это все началось 3 года назад, когда компании раскупали Grayscale Trust и потом ждали 6 месяцев и продавали GBTC, потому что им надо было ждать 6 месяцев. И они его продавали и зарабатывали 15%, 20%, 30%. Но они столько напринтили этих шеров, что больше людей их продавало, чем хотело их покупать. И медведевый маркет начался. И все, и премиум пошел вниз, и больше компаний надо было продавать. И потом многие компании их держали, и компании накрылись, как 3AC, BlockFi. И компаниям пришлось продавать GBTC шеры опять. И вот почему цена так серьезно упала. И я думаю, что эти биткоины, которые их закрывают, сидят. И этот дискаунт в будущем пойдет к нулю, но это надо подержать еще, и он еще может упасть на 50%, потому что сейчас в основном это все держит Grayscale, и если им придется продавать, потому что им деньги нужны,
то дискаунт будет еще больше. Он может быть 60%, 75%, 90%. Но биткоины же закрывают его. Поэтому в будущем он обратно подойдет к нулю, если там биткоины все-таки есть. Друзья, ну вы сами все слышали, что тут можно сказать. Если опять же верить в разворот, причем хотя бы даже локальный отскок, не обязательно в бычий рынок, просто если верить в то, что мы сейчас развернемся в локальный отскок и дойдем с вами хотя бы до 0.23 ФИБы, то это 23 тысячи долларов, 0.38 это 28, 0.5 это 30, 1.800 и золотой карман это 35.5. То есть, если мы дойдем хотя бы даже вот куда-то сюда, куда-то в эту зону, да, то уже, ребята, я думаю, что и Grayscale Trust выживет, и GBTC, соответственно, сделает легкие 2 икса. Но, естественно, мы принимаем все риски на себя, когда лезем в любую фигню, не только в крипторынок, вообще в любые инвестиции, в любой бизнес, а в крипторынок тем более. Поэтому, друзья, будьте осторожны, все ссылки в описании. Приколитесь с BitGet, реально, потому что очень удобная фича. Я вот сейчас буду осваиваться. Ну и напоследок, что еще хочется сказать, что все больше, с каждым днем все больше и больше фундаментальных и бычьих факторов. Посмотрите, число активных адресов растет. Причем, что примечательно, число именно маленьких адресов с балансом меньше 10 миллионов сатоши растет экспоненциально. Число адресов с балансом 1 биткоин растет экспоненциально. Число с балансом больше 10 битков растет, но тоже уже так плавно возвращается к своему all-time high, кстати, который был здесь. Обратите внимание, что это уже такие, как бы средние еще, но уже маленькие китята возвращаются, накапливают позиции. А вот число с балансом более 100 падает уже на протяжении более 5 лет с 2017 года. И число с балансом более 1000 также уходит вниз. То есть это нам говорит о том, что сеть растет и действительно становится более децентрализованная. Сеть битка, в отличие от практически всех альткоинов, ну, наверное, за исключением Манеры, я думаю, там, возможно, Дэша и, не знаю, Эфира, нескольких блокчейнов, потому что все остальные — это абсолютная централизация. Ну и то, что мы лежим с вами на нашей balanced price, то есть сбалансированной цене, посмотрите, мы ниже нее не уходили вообще еще со времен 2015 года, здесь был один небольшой прокольчик. А так в целом, ну вот здесь, когда еще биткоин не сформировался, тоже был уход. Но в целом мы никогда не уходили ниже этой цены, и мы сейчас лежим на ней. Так же, как и на вот этой CVDD, более гладкий такой мувинг, посмотрите. Он тоже показывает нам то, что мы находимся буквально с вами на зарождении буллрана, чуваки. Посмотрите, индикатор резерв риск впервые вообще упал ниже своей зеленой накопительной зоны. То есть все, вот оно. Вот сейчас или никогда это называется, понимаете? Грубо говоря, вот это наклонное сопротивление, или вот это наклонное сопротивление, какое угодно, можно сделать его вот таким кривым, оно в любом случае будет скоро пробито, и вот тогда случится то, ребята, чего, собственно, мы с вами и ждем, накапливая все это дно. Поэтому всем хорошего настроения, профитроли, с вами был Гринни. Торгуем осторожно, подписываемся к нам в телегу, на канал, все ссылки в описании, и увидимся в следующем видосе. До встречи, пока.